Всем привет подписчикам и гостям моего канала. Сегодня у нас будут транспондерные новости. И сегодня новостей будет очень много, так что присаживайтесь поудобнее и давайте смотреть. И первая новость — это спутник Амос, 4 градус. Частоты 11.427H ушел канал Галичино. Также ушел канал Рода. Перший Західний, Чорноморське ТВ, Теле Всесвіт, 8 канал Україна, Розпакуй, Сворожичі і Б'ючі Траст Кваліті. Эти каналы ушли с данного спутника. Вообще есть информация, что много украинских каналов уйдет со спутника Амос. Дальше новость идет. Это спутник Азис Спейс 2, 45 градус. На частоте 11666H появились открытые каналы. Перший Західний, Галичина, Рада, Телесесвіт и Чорноморське ТВ. Можете отсканировать эту частоту и смотреть эти каналы. Эти каналы сюда перевозились из спутника Амос. Теперь они доступны на этом спутнике. И они идут у нас открыто и бесплатно. Ну, спутник Амос, потихоньку эти каналы с этих частот будут переходить на разные спутники. Пока точно еще не знаю, где. Некоторые могут на 9, некоторые могут на острый 5 градус. Вот видите, кое-кто перешел на Азер Спейс 2. Ну, а мы далее поехали смотреть новости из других спутников. Следующая новость — это спутник Астра 5 градус. В пакете Viasat на частоте 12207V ушли каналы Nick Junior, Nickelodeon, Nicky Kids, Nicky Junior, Nat Geo Wild и National Geographic. Эти каналы уже недоступны в пакете Viasat. Дальше в будущем я покажу, какие каналы здесь появились. Кое-что уходит, кое-что приходит, меняет. Ну, как бы такой. Viasat оптимизирует, что убирает, что добавляет. Поэтому вот такое у нас происходит на этом спутнике и у этого оператора. Ну, а мы далее будем смотреть новости следующих спутников. Тоже там немного разных таких изменений есть, но изменения есть, и на каждом спутнике что-то интересное происходит. Ну, Viasat интересный, конечно, оператор, но часто каналы меняются. И следующая новость — это у нас спутник 80 градус. Здесь появился кодированный канал Epic TV. На 75 градусе частота 11985H появился канал Киномульт. На частоте 11559V появился канал Вместе. И на частоте 12527H появился тоже канал Киномульт. Это у нас мультики. 75 градус есть немножко открытых каналов, поэтому можно сканировать этот спутник, иногда что-то появляется открытое. Под Новый год здесь много каналов будет открыто, в новогодние праздники там много фильмов, их вот таких каналов можно будет посмотреть, много природы всякого такого. Как правило, этот спутник на Новый год любит открывать свои каналы для просмотра, поэтому обратите внимание тоже на этот спутник. Ну, еще хотелось бы напомнить о спонсорстве на моем канале. Внизу можете опуститься, оформить спонсорство. Там вас ждет очень интересный сюрприз. Но его только могут увидеть спонсоры канала. Пакеты есть разные. Самый минимальный там 25 гривен. Но много чего вы увидите интересного. Следующая новость — это спутник Астра 5 градус. На частоте 12437V Интерплюс закодировался в кодировку BIS. Кодировку, кто захочет, можете найти в интернете. На спутнике Экспресс 56 градус с частоты 11766 ушел канал Global Store. На спутнике Азерсперс 46 градус на частоте 11.95H появилось несколько азербайджанских каналов. Это АЗ ТВ, Баку ТВ, Хайзер ТВ,
НКМАИ ТВ и Азат Азербайджан, АТВ сокращенно. Есть интересные это каналы, кому надо, можете отсканировать и смотреть эти каналы. Ну а мы поехали дальше. Следующий у нас спутник опять Astra. Вот я и говорил, спутник Viasat. Оператор, вернее, Viasat. На частоте 1292V появился и сам музыкальный канал Forever Music, Euromusic, Dog TV, Content A, Travel XHG Europa, Discovery Scansia и CNN International. Эти каналы появились на частоте 12.092V. Каналы идут кодированы и доступны в разных пакетах Viasat. Поэтому, в кого тюнеры Viasat, эти каналы добавятся. Можете тоже это все смотреть. Ну, Viasat, как я и говорил, уже они часто меняют каналы, что добавляется, что меняется, оптимизирует, добавляет, убавляет. Такой он уж этот оператор. Так, ну и мы сейчас дальше еще есть немножко новостей. Таких это у нас новости идут со спутника Ямал 54 градус на частоте 11.56H. Появился открытый канал RTR Планета. И на 36-м канале на частоте 11.977 появился еще ювелир Трейд. Ну и дальше еще вам покажу несколько новостей. Озвучивать не буду, почитайте. Они так не очень важные, но тоже эти новости есть. Можете посмотреть, почитать.